Ребятушки, ребятушки, с вами Лекс, мы сегодня опять-таки продолжаем играть в Бурито Бизон. И в данный момент у нас, ребят, прокачки всякие поставлены. Давайте попробуем сейчас нанести урон этому мишке. Надо будет его вынести. В прошлый раз мы получили 55 тысяч за кролика. Это было очень круто. Сейчас у нас очень много возможностей. Мы сейчас должны будем с вами пройти нормально. Воу! Ну, я не знаю, получится ли пройти. Нет, 2500, это, по-моему, нереально без урона пройти. Да, это вообще нереально. То есть, вы видели, сколько я пролетел, и это не 2500, это даже не 1000 вроде было. Расстояние. Офигеть. Чили у меня нет, у меня есть только песса в данный момент. Ну, давай, долети. Ебой. Отлично. Давай, девочка. Я за девушку играю вроде бы сейчас. Но это не точно. Ну, я не знаю, если я только парень в юбке... Если это не девушка, то это парень в юбке. Так, мы получили сейчас 2600, 5000, отлично. У нас еще 52 секунды, ребят, на то, что мы сейчас нормально пронесем этого засранца. Хорошо, хорошо. Блин, как так-то? Столько медведей было, он не попал ни по одному. Так что, ребят, пишите в комментариях, если вы знаете, что я что-то делаю неправильно. Мне будет интересно узнать, что и как делается правильно. Может быть, вы знаете какие-то прокачки, которые я не прокачал, но следовало бы их сделать. Так что тоже пишите. Мне осталось где-то 2 или 3 воришки, наверное, чтобы пройти вот эту странную миссию. Она не попадается, просто не попадают эти воришки. Опа, я успею нажать, успею. Давай. Да, успел. У меня денежки сейчас все еще будут капать. 8 секунд, ребят, оставалось. Нормально, нормально. Вот это меня радует, такой вот поворот судьбы. Там опять-таки, наверное, денежки вообще ни о чем будет. О, попал. Нормал, нормал. Блин, где? Покажи, пожалуйста, дайте мне... этих засранцев. Давай. Хорошо. Только смысл. Смысла-то особого и не было. Жаль. Остался один мишка где-то. Вормишка. Так. Окей. Прокачивать пока что нечего. Пиньяты нам не выпадают. И сейчас мы убьем, кстати, этого засранца. Но за него копеечки дают. Там 400 или... 2000 дали? А я ж прокачал его, точно. А я же тогда и кролика прокачал, ребят. Поэтому мне дали 55 тысяч за то, что я его победил. Я и думаю, то, что первый раз-то мне не столько дали. Помните, да, зайцы? За 55 тысяч за зайца дали. Оу, я не знаю, что он сейчас сделал. Но мы подобрали Гумдульфа. Гумдульф. Это типа Гэндальф. Только от Мишки Ганни. Гамдальф. Опа-на! Приклеит прейер. Ты теперь можешь купить. Окей, давайте попробуем. Посмотрим, сколько он стоит. У нас сейчас 26 тысяч есть. Сейчас опять будет кролик. Будем убивать кролика. Вот он, 225 тысяч всего стоит. Блин, конечно, сейчас купим. Конечно, сейчас задоначу, ребят. Что-то он слишком много стоит. Слишком много. Донатить я, конечно, ниже не буду. Это была шутка. Так, ну ладно. Сколько еще раз? 225 тысяч, да? Блин. Копить, не копить на него, я фиг знает. Или все-таки на улучшение копить. Видимо, он какой-то крутой, раз он столько стоит. Хорошо. Да, все-таки ничего не надо нажимать, ребят. Я, видите, не знал. Спасибо, что написали мне в комментариях. О том, что вот, Лекс. Ничего не нажимать-то не надо. Дело в том, что вот эта вот ракета, она дается после того, как мы пробиваем вторую стенку вот этого торта. Когда полностью проходим через торт. Тогда нам дается еще один удар дополнительный. Вот так вот. То есть после того, как мы побеждаем, ребят, кролика, нам дают всегда 55 тысяч. Монетик. Так.
Оп, пиньята взята, и 1000 голды взята. Блин, там был гумдур. Хорошо. Идем, идем, идем. Нет, так близко, но так далеко. Господи. Блин, он так был близко, но никак его не достать. Видите, в чем проблема? Давай, давай, выдай мне что-нибудь потрясающее, чтобы я просто офигел. Не то? Это, конечно, то. Это, конечно, то. Сейчас, ребят, сразу прокачаем. Прямо в этот момент. Опа, на 12 мишек наконец-таки раздавили. Смотрим, что здесь. Ну, так себе. Так себе. Эй, а где миссии-то? Чё мне не дали миссию еще одну? Засранцы какие. Так, магазинчик. Там скидочку мне дали на что-то. Скидочка, скидочка, скидочка на тортик. 3000. Конечно, я покупаю. Почему? Почему бы нет? Подожди, сколько у нас стоит? 125 тысяч. Надо босса, ребят, качать. Здесь нет смысла качать вот этого чувака за 225 тысяч, когда у нас 125 тысяч стоит босс новый. Поэтому, ребята, качаем, прокачиваемся на босса нового. Блин, крит выпал все-таки. Фух, я уже думал, не выпал на самом деле. Я уж поверил в это. Отлично. Блин, скорость-то вообще запредельная. Так. Но здесь мы всю скорость просто растеряем сейчас. Потому что, ну, никого не попадается. И мишек, видите, очень мало. Желтых мишек очень мало. В отличие от синих. И нету никаких способностей в этот момент. Хорошо. Главное убить зайца. И накопить 125 тысяч. Разумеется. Как это без этого? Как это без этого? Даже крит не выпал. Как так можно? Блин, не попал еще по мешку этому. И поэтому не попал. Да и поэтому не попал, да господи. Офигеть. Ну хотя бы поэтому попал. А как это работает? Ладно, я не понимаю. Что-то нам появляется гумдульф, когда мы, ребят, уже находимся в жопе. В полнейшей попчанском. Вот такие вот дела. Вот такие вот дела. Так, ну 38 тысяч есть. Нам еще нужно около 100 тысяч. Ну ладно, кролика убьем. У нас почти все деньги есть. Мистер Банни. Отлично. Ладно, неплохо. Пока что все неплохо. Так. Воу! Прямо в бомбочку, хорошо. Да что ж ты будешь делать? Не попал. Но это явно сейчас врежется он в стенку, если даже доедет. Что маловероятно на самом-то деле. Нормально, доехал. И 1000 голды, видите, халявные получили за то, что там чувак врезался в стенку. Отлично. Вместе со мной врезался. Как знаете, как будто он понял, что я сейчас проиграю, и решил податься. Крита не было. Жаль. Очень, 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 очень жаль. О, о, о! Блин, и конечно же я по нему не попал. Отлично, потому что был конец. Потому что начался этот сраный торт. Почему он начинается, когда появляются такие крутые персонажи, которых, на которых можно поездить нормально? Вот я всего лишь один раз, ребят, пока что нормально прокатился на этом зеленом Тедди. Всего лишь один раз. Ладно. Да, 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 да. Пока что идем. А вот смысл того, что мы идем.
Где? Ну хоть кто-нибудь-то, появитесь. Вообще, ребят, смотрите, одни желтые просто. Ни сверху, ни снизу, никого нету. Вообще никого. Только желтые медведи. Они мне сейчас не нужны. Так, сколько там у него? У него еще половина хп. Это очень много, мне это не нравится. Это мне нехорошо. Мне это вообще не прибавляет, ребят, нисколько. Блин, ну нормально все. Радости нисколько не добавляет. Ну по медведям-то попадать будешь? По медведям надо. По медведям, не по полу, не по земле. По медведям надо попадать. О! 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 Да! И пиньяту еще забрали! Просто супер! Наконец-таки, хоть под конец что-то нормальное мне попалось. Эх! Эх! Ну ладно. В принципе, не так уж и плохо. Главное, что пиньята теперь есть. Бэн-бэн-бэн-бэн-бэн-бэн, пиньята в здании! Так-так-так-так. Ну, так себе. Ну, неплохо все равно. Неплохо. 49 тысяч монет у меня есть. Мне нужно 125. Блин. То есть, ребят, давайте попробуем в этой серии все-таки закончить с этим кроликом. Ладно, я не буду дальше продолжать. Пускай умирает. О, какой умирает-то? У меня же перчик. Блин, вот дерьмо. Все очень плохо, ребят. То есть, в данный момент все очень-очень плачевно идет. Не попал. Я надеялся, что я подлечу вверх и попаду все равно в этого чувака. Нифига не получилось. Нифига не получилось. Так, ну вроде бы нормально все равно. Так, так. Эх, ну давай перчик выручай. Не знаю, к чему это приведет, к хорошему. Вроде бы ничему вообще. То есть, видите, все равно... Все равно ведь никто не попадается. На. Все равно сейчас врежусь и разобьюсь об торт, если вообще долечу. Видите, даже не долетел. Эх, даже не долетел. Жаль. А ведь все так хорошо начиналось. Даже не попал по этому сраному кролику вначале. Говорю, хорошо начиналось. Хорошо начиналось в плане... Не в плане кролика. Кролика я вообще не попал. На, хорошо, летим. Блин, опять пропустил эту фигню. Во. Взлетаем. Да не, я не верю, что... Не, смотрите, это вообще невозможно миссию эту пройти. Я не знаю, как без получения урона пройти столько, такое количество расстояния. Я без понятия. Такой путь это вообще пипец. Вот я до сюда долечу, сейчас врежусь и все. Видите? Ну я один раз прошел все-таки через эту стену. Это я не знаю, как получилось. Это, видимо, какая-то вообще невероятная... невероятное везение было на моей стороне. По-другому просто я не могу это назвать. Ну еще два где-то удара и все. И кролик погиб. Офигеть! Вы это видели? Вы это видели? Это было очень круто. То есть вот в чем соль Гамбира. Или как его? Мишка Гамми, да, вот это вот. Эй, да как? Так-то. Воу! Лети, 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 лети! Лети, лети, лепесток через западно-восток. Ну все. Ну, блин, деньги даже не взял. Эх, моя спина. Моя спина! Как же это долго и далеко мы летели, но ни к чему не привело это. Давай, два удара, зайчик. Первый. Последний остался, ребят. Последний зайчику, если попаду вообще. То бывает такое, что я не попадаю даже. Этим чертовым боссом.
Особенно по зайцу, потому что он постоянно подпрыгивает. Я так понимаю, мы его сейчас увидим. То есть, если мы нового босса прокачаем, увидим, как он работает. Хотя нет, скорее всего, в следующей серии, ребят, мы уже увидим, как работает босс. Так, так, так. Полежим немножко, отдохнем. Пиньяты что-то не попадаются вообще. Что-то очень редко. Так, 66 тысяч есть. В принципе, ребят, если я сейчас нормально совершу следующий забег, то, в принципе... Так, этого мы вынесли. 55 тысяч получили. То мы должны, ребят, уже иметь 125 тысяч в общей сложности. Даже пиньята здесь есть. Я обязан тебя взять. Да, детка. О, и эту еще возьмем. Ну, что-то денег вообще, ребят, не падает. Как бы, вроде бы ушли на второй уровень, но денег нету. Так, взлетаем. О, есть шанс. Блин, куда-то мимо пролетел. Ну, что ж такое-то? Вроде все нормально целился и все равно не прицелился. Давай! Ух, еще немножко полетаем. Деньги и взрывы. Блин, надо было, наверное, деньги лучше взять, потому что в любом случае мы не пройдем через стену. Что делать? Что делать? Остается только останавливаться. Ну, поглядим. Надеюсь, там будут деньги. Давай, деньги, деньги, деньги мне нужны. Выбиваем деньги из пиньяты. Ну, в принципе, полторы... Ой, 3000 получается, да, у нас? Не так уж и хорошо, и не так уж и плохо. Ну, в принципе... А, у нас же еще бонус. 69 тысяч, ребят. 139. Мы просто с вами молодцы. Я вас обожаю, ставьте лайк. Все, покупаем, ребят, нового босса. И у нас, ребят, еще бесплатная пиньята появилась. Давайте ее активируем сейчас. Да, давайте. Целых 3 бесплатных пиньяты, ребят. Давайте попробуем. На-на-на-на-на-на-на-на. То есть, зачем я это делаю? Вы сейчас увидите. 3750. Скидка. Офигеть. Ну, скидка это очень круто. Еще одна пиньята. Ну. На-на-на-на-на-на-на. 3700. Хорошо. И еще одна пиньята. Бэнк, 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 бэнк. В глаз, в другой глаз, в рот, в нос. Окей. Так, ну, в принципе, ерунда ерундой. Но смотрите, что мы сейчас делаем. До 125 тысяч покупаем еще одного, нам дадут еще одну звездочку. Это значит, что у нас будет какой-то второй уровень. Я не знаю, может быть, мне сейчас за это дадут еще одну пиньяту. Я точно не уверен. А-а-а. Ну, если бы я знал, я бы так и сделал, ребят. То есть, эти пиньяты наполнены более вкусными вкусняшками. Ну вот, надо было все-таки нажимать, но я не знал. В следующий раз буду знать то, что перед... Видите, ребята, не повторяйте мою ошибку. Перед тем, как нажимать на пиньяту, все-таки, если у вас возможность прокачаться, прокачайте эту фигню. Но у нас теперь есть Валиана Айс. И мы в следующей серии, ребят, уже попробуем с вами сразиться с этим боссом с новым и посмотрим, что он из себя представляет. А с вами был Лекс, подписываемся на канал, ставим лайки, пишем в комментариях, не забываем подписываться в паблик ВКонтакте, ссылки есть в описании и в шапке канала. Это была игра Бурито Бизон. И всем спасибо за просмотр и всем доброго.